Обладатель пояса регулярного чемпиона мира по версии WBA в среднем весе американец Дэниел Джейкобс обвинил казахстанца Геннадия Головкина в его недооценке. Об этом сообщает BoxingScene.com. По его словам, Головкин считает бой с ним проходным, и уже думает о будущем противостоянии с мексиканцем Саулем Канело Альваресом. «Головкин не обращает на меня внимания. Это не имеет значения для меня. Они все еще могут сделать бой Головкин-Канело. Для Геннадия этот поединок может оказаться провальным. И я буду в первом ряду, наблюдая за этим. Я ничего не могу с этим поделать. Независимо от всего, это их планы. Одно могу сказать точно, они должны быть сосредоточены на мне, потому что я собираюсь быть полностью сфокусирован на нем», — заявил Джейкобс. Однако Головкин не согласен с высказываниями Джейкобса, добавив, что Альварес меньше подходит на роли его соперника. «Дэниел живет в среднем дивизионе. Он больше, чем я. Он сильный. Я это понимаю. Да, Канело есть Канело. Возможно, раньше бой с ним был огромным, но не сейчас. Сейчас это Джейкобс».